Видео представлено сайтом onlinehdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами будем решать задание под номером 212. В двух комнатах было 56 человек. Когда в первую пришли еще 12 человек, а во вторую 8 человек, то в комнатах людей стало поровну. Сколько человек было в каждой комнате первоначально? Итак, запишем коротко условия нашей задачи. Немножко сложно записывать данное условие, но мы попробуем вот так его записать, таким образом, что в первой комнате, во второй комнате неизвестно изначально, сколько человек, и я введу, что нам нужно и то узнать. Вместе 56 человек. Но известно, что потом, когда добавилось 12 и добавилось 8, да, то в комнатах людей стало поровну. Итак, решение. Людей стало поровну после того, как добавилось в каждую комнату, добавились люди. Давайте посмотрим, сколько всего добавилось людей. Запишем это в одном действии. Было 56, потом добавилось 12 и добавилось 8. То есть всего добавилось 20 человек, стало 76 человек. Стало в двух комнатах. Причем в каждой комнате человек было поровну при этом. То есть нам нужно 76 разделить на 2. Это будет 38 человек. Это в каждой комнате после того, как пришли еще люди. Ну а теперь можно узнать, сколько было изначально. Итак, если стало 38, допустим, в первой комнате, да, но при этом мы знаем, что добавилось 12 человек, то мы отнимем эти 12 человек, и у нас получается, что было 26 человек. Было изначально в первой комнате. Также и во второй. Если стало 38, при этом добавилось 8, мы эти 8 отнимем и узнаем, что было 30 человек. Это было во второй комнате с самого начала. И даже можем проверить. Смотрите, в первой комнате 26 человек, во второй 30. 30 плюс 26 – 56. Да? То, что нам и дано по условию с самого начала. Значит, можно писать ответ. В первой комнате было 26 человек, и во второй было 30 человек. Я в ответе делаю сокращение, вы можете у себя не сокращать. Пишите так, как вам удобно, как вам нравится или как требуют у вас какие-то определенные, возможно, условия. Вот, поэтому я сокращаю, вы можете писать полностью комнаты, человеки и так далее. Итак, задание А решено, переходим к заданию Б. В двух комнатах 45 человек. Из первой вышли 9, а из второй 14. И людей в комнатах стало поровну. Сколько человек было в комнатах сначала? Снова делаем короткое условие, записываем, да, сокращенное условие, так, чтобы нам было понятно, кто куда уходил и сколько было с самого начала. Итак, нам нужно узнать, сколько людей было изначально в этих комнатах. Решение. Аналогично, как и в случае А. В первом действии. Мы берем, только теперь мы будем уже не слаживать, а вычитать. Если было 45, и затем с первой комнаты вышло 9, и с второй вышло 14. Считаем, сколько это. 45 отнять 9. Это будет 36. И 36 вычесть 14. Получается 22 человека. Стало в двух комнатах после того, как вышли из них люди. Так, теперь мы знаем, что их стало поровну в каждой, то есть 22 мы можем смело делить на 2 и получим, что в каждой комнате стало по 11 человек. И теперь уже легко узнаем, сколько в каждой комнате. Итак, если стало 11,
И из первой комнаты перед этим вышло 9. То есть нужно их снова добавить сюда. Получается, что изначально в первой комнате было 20 человек. А во второй, если стало 11, но перед этим вышло 14, то есть 11 плюс 14, значит было 25 человек. И действительно смотрим, если добавить 20 плюс 25, получается 45 человек, о чем нам сказано в условии, что было в начале 45. Итак, 25 человек это было во второй комнате. Записываем ответ. Я опять-таки в ответе сделала сокращение. Вы, если вам нужно, пишите полностью слова. Итак, на этом задание решено. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание и всем пока!